Re, viss ēters ir te! Так как такого большого зала ни в одном суде не нашлось, приходится арендовать выставочный центр Кипсела. На скамье подсудимых 9 человек. Некоторых обвиняемых общество увидело впервые. Больше от объектива фото и телекамер не спрятаться. Так выглядит Инна Шуваева, единственная сотрудница «Максимы», которую просят призвать к уголовной ответственности. Она отвечала за безопасность труда во всех 143 магазинах. А это Янис Балдес, представитель Рижской стройуправы. Он руководил комиссией, которая принимала торговый центр в эксплуатацию. Все обвиняемые, кроме конструктора Иварса Сергица, свою вину признают. Иварс Сергиц позицию не сформулировал до сих пор. Когда до этого дойдет, тогда и сформулируем. Все, хватит. Это крупнейший уголовный процесс в моей практике. Как мы знаем, один из крупнейших за всю историю Латвии. Что касается возможного давления общества из-за масштабов дела, я этого не чувствую. Как и в любом деле, эмоции нужно отбросить.